Мы проводим акцию «Очистого истока в прекрасное далеко». И вот ходим, боремся за чистоту рек и за сохранение водоемов и озер. Вот примите это вот от нас, спасибо, от Сухумского дома юношества. В минувшие выходные на Сухумской набережной прошла акция «От чистого истока в прекрасное далеко». Да! От чистого истока в прекрасное далеко! От чистого истока в прекрасное далеко! Учащиеся Сухумского дома юношества школьники, представляющие различные экологические клубы, привлекали внимание прохожих к защите малых рек Абхазии. Мы много раз выходили на уборку рек, проводили собрания много, на тренинги. А что, скажите, реки действительно в таком вот ужасном состоянии у вас в районе? Да. А да. Что там такое не так? Там, ну, там местные жители, вот некоторые загрязняют. За примерами не нужно ездить в Гулливерский район. Тут же рядом течет река Сухумка, которая постоянно выносит в море бытовой мусор. Его сбрасывают люди, живущие выше по течению реки. Сейчас берег моря относительно чист. Здесь часто проходят акции по уборке, но это до ближайшего шторма. Между тем, в районах Абхазии состояние малых рек, которые протекают в жилых зонах, сегодня вызывает опасения. Берега рек стали местом сосредоточения свалок. В течение года ребята проводили акции у себя в районах по уборке рек. Они также собрали массу фактического материала об их состоянии. Как видите, прохожие на такую форму общения реагировали очень положительно. Не загрязняйте ее. Давайте сохраним воду. Замечательная спасибо. Акция. Побольше будет таких акций. Молодцы, девочки. Ну, хорошо, молодцы. Прекрасно спасибо. Придумали. Спасибо. Прочитала с большим удовольствием и с большим... Вы знаете, здесь так правильно все написано, тем более о воде. Ребята рассредоточились по набережной. Просветительская работа с населением проходила в приятной атмосфере. Эта акция сегодня направлена на то, чтобы как-то обратить внимание людей, что ресурсы пресной воды на земле и у нас в частности, они не бесконечны. Воду надо беречь, потому что вода – это основа нашей жизни. К сожалению, проблема мусора в Абхазии становится все более актуальной. Поэтому важнейшая задача сегодня – формирование определенных ценностей у молодого поколения. И такие акции – отличная форма для такой работы.